разделить на. Могу там ошибись. Там должно быть 1 плюс 1 разделить на. Нет, я не ошибся, все хорошо. Да? Здесь вовсе не обязательно было останавливаться на 6. Можно было бы писать 3, 4, 5, 6 и кончить на 4019. 1, 1, 3, 4, 5, 6. Да. В коротких обозначениях это записывают так. Целая часть 0, потом пошли 1, 1, 3, 4, 5 и так далее, и так далее. Какое-то число n плюс